От благодушного предвкушения до напряженного ожидания. Реакция из Европы на интервью Дональда Трампа не заставила себя ждать. Ожидания и надежды официального Лондона озвучил активный сторонник Брексита, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Я считаю, это очень позитивные новости, что США хотят заключить с нами хорошую торговую сделку, и причем сделать это очень быстро. Это замечательно такое слышать из уст избранного на пост президента Трампа. Понятно, что сделка должна учитывать интересы обеих сторон, но у меня нет сомнений, так оно и будет. В ответ на критику ее миграционной политики канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, Европе советы из-за океана не нужны. Я думаю, что наше будущее в руках европейцев, и впредь я буду работать во имя эффективного сотрудничества всех 27 стран Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Федерико Могерини, выступая в Брюсселе, в свою очередь попросила Трампа сильно не беспокоиться, заявив, что у ЕС все будет хорошо.